Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Властительница, командующая миллионами монстров на этих бесплодных землях. Мое невероятное могущество навсегда впечатывается в душе. Ладно, сделаем вид, что не заметили. О, да. Секундочку. Что же вы такие бессердечные? Ладно, извините, что напугала. Мою голову как-то раз оторвала старшая сестра. Теперь плохо держится. А с чего вдруг у владыки такая же физиономия, как у Риму? Присутствующая здесь демоница – моя единоутробная сестра. В общем, мы родня. Вы сестры? Не знаю. Кстати говоря, Нинамия, твою комнату в общежитии уже заняли. Мы тут, знаешь ли, не идиоты, чтобы беречь место для того, кто может оказаться мертвым. Кидо! Кто там? А вот и мы! Проходим, проходим! Извините за вторжение. Хочу есть. Извини, что без приглашения. Да откуда вы? Что все это значит? Нам теперь негде жить, так что пока побудем у тебя. Я пускаю вас только для того, чтобы меня не обвиняли в жестоком отношении к бездомным. Ты понял? Понял, конечно. Слушай, у тебя вообще-то гости. Может, ты хоть кофе принесешь? Где твои манеры? Ты еще и заботы требуешь, что ли? Мне без сахара, черный. Спрашиваю, бесплатная ли там еда? Ну да, это, кстати, подозрительно. Видимо, в ближайшее время на нас свалят кучу работы. Риму, будь готова через 5 секунд. Мы идем объедаться за чужой счет. Я готова! Тебя не любят, Ниноми. Нашел чем удивить! Я и не собирался разводить дружбу с этими недоносками! Я бы с вами не пошел, если бы не одно обстоятельство. Ну и какое? Не понимаешь? Там будет бесплатная еда и выпивка! Нет на свете ничего вкуснее, чем еда, доставшаяся на халяву. Мое почтение! Кто эта девочка? Она из наших? Без понятия. Какая разница, если она такая милая? А это ничего? Что Риму так много ест? Ну, сегодня угощает компания. О чем ты говоришь? Ранга и Риму у нас не работают. Компания не будет за них платить. Я тоже платить не собираюсь. Нет. Все супер, никаких проблем! У меня есть секретный план. Бухлишка! Несите мне сюда все, бухлишка! Какой же ты жалкий! Не заплатил за еду, а потом еще прогулял работу из-за похмелья. Тебе не место в обществе. Да не ори ты так. У меня голова кров. Да уж, куда тебе менять будущее всего человечества? Лучше бы подумал о собственном настоящем. Как Ранга. А что, Ранга? Куда ты собираешься? Да. Вчера тот начальник дал хороший совет, где мне поискать работу. Сегодня собеседование. Мне надо оплатить расходы на проживание, так что постараюсь. Замечательный ребенок. А этот сегодня никуда. Риму, посмотри. То облако похоже на стейк. Мясо. Мне кажется, ты пересолила. Есть можно, но впредь будь аккуратней. Я объелась. Что? Риму тоже только пришла? Почему тебя так раздуло? Ты что, опять жрала объедки? Все куда хуже, Ниноми. Че? Это были не объедки. На самом деле, Риму сегодня наведалась в общежитие и смела все продукты, что хранились там на складе. А? И теперь это вычтут из твоей зарплаты. Извини, забыл сразу сказать. Ну и что ты будешь делать, Ниноми? Долг-то потихоньку растет. Помните, что я вам рассказал о будущем? О том, что Райзах нашла в руинах древние артефакты, сделавшие ее властительницей мира? Так и вот. Мне кажется, я на эту роль подхожу куда лучше. И вы все мне в этом поможете. Вы не шибко умны, но физической силы вам не занимать. И если я буду вами командовать, то мы опередим Бельзу и доберемся до руин первыми. Да!
Я могу приступить к проектированию вечного города Ниноми! Я даже не знаю, с чего начать, но... Подземелья с третьего уровня и ниже очень изменились за месяц. Теперь они куда опаснее. Мать моя, вот это пи***ц!